Сегодня получил такой вот воблер от мастера Александра, Украина, город Запорожье, координаты автора в описании под видео. Приманка из ПВХ, шумовая. Лопата у нее вынесена немного вперед с петлей и довольно-таки большая. Ну, воблер должен нырять немножко побольше, поглубже. Возможно, будет просто создавать больше вибрацию. Не думаю, что он будет прямо сильно мелководный, хотя сейчас посмотрим. Так, кладем его на воду. Приманка плавающая. Приманка абсолютно плавающая, как пробка. Приманка, если ее медленно мотать, о, она красиво размашисто играет. И сразу старается заглубиться. Да, метра на полтора будет нырять. Примерно полтора метра. Играет красиво. Вибрацию создает приманка очень ощутимую. Я даже в спиннинг ее слышу. Приманка прилично весит. С такими цветами приманка, скорее всего, будет летняя. В глухозиме она точно ловить не будет. Вот, так как яркие цвета и сильная вибрация. Размер приманки 8 сантиметров. Это такой один из универсальных размеров для таких приманок. Вот, хотя он больше работает для джеркбейтов. По таким приманкам этот размер, он немного отличается. Но приманка прикольная. Летняя для мелководий, для каких-то заливов неглубоких. Вот, когда щука хорошо активна, когда у щуки летнее зрение, когда она очень хорошо воспринимает яркие цвета, приманка будет отлично, классно работать. Спасибо всем за просмотр, спасибо мастеру Александру.